Ты в посольство Великобритании, где длинный сквер, скамейки и фонтан, на первые курсантские свидания я приходил прекрасною и пьян. Близ памятника живопису Репину скамеечка стояла в темноте. Волнительней, не помню и нелепее свидание в жизни, чем свидание тел. Московская, холодная, холёная девчонка издевалась надо мной, чтоб через час прикинуться влюблённою перед казарменною проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, хмельные голоса со всех сторон. Эй, девочка, с какой-то киностудии, братан, отдай ее в наш батальон. Не знаю я, с какой-то киностудии, отдам тебя в соседний батальон. Тогда со страстью, будто в самом делешной, она приподнималась на носки, закидывая на мою шинелишку две белые горностаевых руки, и прижималась бедрами упругими, и целовала в губы, не стыдясь, чтобы юнцы военные с подругами завидовали, видя нашу связь. Я иногда хожу в Замоскворечье, сажусь на ту скамью, когда пуста, и вспоминаю, что ж мне вспомнить нечего, ее перед казармою пуста. И вспоминаю, будто вспомнить нечего, ее перед казармою пуста. Браво!